Зайдет на дистанции. Лучший результат в этом сезоне у Франчена Маккорера, Соединенные Штаты, 49,48 секунды. Ну а здесь давайте смотреть. Две спортсменки входят в восьмерку лучших в России. Вот именно они сейчас ведут борьбу за победу. Задорин и Михайлюк. Ксения Задорина подтверждает свой статус фаворита. Ну и, в общем-то, Мария Михайлюк тоже. Будем надеяться, что обе спортсменки попадут в восьмерку, хотя 52.